Простите, а в цеху его нет? Прекратите хулиганить! Никакой в цеху у нас не работает! То зачем нам тогда вы? Зачем нам тогда содержать на свои же налоги многомиллионную армию чиновников и паразитов на теле нашей страны? Зачем нам тогда такое государство? Нахуй такое государство нам нужно? Если мы и так все делаем сами. И хочется спросить эту шоблу чиновников, эту огромную шайку воров из Единой России, Путина, Медведева, эту тупую овцу, барышню из Единой России, которая предложила, которая сказала, что государство нам ничем не обязано и не просила нас рожать. Что если мы, народ, сами оплачиваем медицину, сами оплачиваем это здравоохранение через взносы в ВМС, сами оплачиваем свое образование, образование своих детей, сами оплачиваем дороги, по которым ездим, инфраструктурные объекты через большое количество налогов и акцизов. Что если мы сами копим на свои же собственные пенсии, на свое же собственное будущее, то зачем нам тогда вы? Зачем нам тогда содержать на свои же налоги многомиллионную армию чиновников и паразитов на теле нашей страны? Зачем нам тогда такое государство? Нахуй такое государство нам нужно? Если мы и так все делаем сами, нахуя нам нужно такое государство, которое еще и искренне в лице своих псевдопатриотов-единороссов считает, что оно нам ничем не обязано и оно не просило нас появляться на свет? Зачем вы нам тогда нужны и зачем нам нужно такое государство? Да вы по гроб жизни народу обязаны, на налоги которого вы не просто живете, а жируете, на налоги которого вы покупаете себе яхты, покупаете себе дворцы, на налоги которого ваши коты жрут черную и красную икру.